Я рад приветствовать вас. В своей машине я провожу достаточно времени, много. При жарких температурах нагревается пластик, выделяются разные пары, испарения, запахи. И раньше я пользовался синтетическими елочками. Мне нравится, когда хорошо пахнет в салоне. Сегодня я нашел способ и хочу с вами поделиться, как естественным путем очистить воздух, сделать его приятным и полезным. Я использую USB-диффузор, вставляю в прикуриватель переходник и туда вставляю USB-диффузор. Капаю две капли смеси очищения и смеси эфирных масел компании Дотера. Они чистые и испарение происходит достаточно быстро. И в салоне такое ощущение, будто я нахожусь в лесу и при этом аромат цитрусовых. Это так поднимает настроение, это так вдохновляет. Даже усталость снимает, несмотря на то, что иной раз я много километров провожу за рулем. Мне нравится такой способ использования диффузора, маленького диффузора, который стоит очень недорого и в то же время, как говорится, дешево и сердито. Своим друзьям и товарищам я порекомендовал приобрести, они приобрели, очень довольны. И вам того же желаю. Если вам понравилась данная информация, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо, будьте здоровы и счастливы.